Всем привет, и сегодня мы с вами слепим мишку из игры 5 ночей с Фредди. Для этого мы возьмем кусочек коричневого пластилина, бежевого, черного, белого. Также нам понадобится несколько зубочисток. Для начала сделаем ему голову. Голова у нас будет состоять из двух частей, верхней и нижней. Сначала сделаем верхнюю часть. Верхняя часть у нас готова, она похожа немножко на сплющенную такую грушу. Теперь сделаем нижнюю часть. Вот такая у нас будет голова. У нас будет ротик, он будет открываться. Сразу же сделаем заготовки для ушей. Скатаем небольшую колбаску и отрежем от нее два одинаковых кусочка. Вот такие у нас получились уши. Мы их прикрепим к голове попозже, а сейчас сделаем мордочку нашему мишке. Скатаем два шарика из бежевого пластилина, слепим их вместе, а затем прикрепим к голове. Теперь сделаем небольшие ямки для глаз. Теперь сделаем носик из черного пластилина. Из черного пластилина слепим блинчик и прилепим его к нижней челюсти. Из белого пластилина сделаем нашему мишке глаза. Из черного пластилина скатаем маленькие шарики и сделаем зрачки, но сначала нам нужно наметить при помощи зубочистки место на глазах, куда мы их будем устанавливать. Теперь из черного пластилина сделаем нашему мишке Фредди шляпу. Уши к голове Фредди мы прикрепим при помощи зубочисток. Отломим от зубочистки оба края, вставим их в голову, затем уже на них оденем уши. Также
Также из черного пластилина сделаем Фредди брови. Голова у нас почти готова, осталось только сделать зубы. Зубы будем делать из белого пластилина. Скатаем тоненькую колбаску и отрежем от нее 6 маленьких кусочков. Затем скатаем из них шарики и прикрепим на нижнюю челюсть. Голова у нас готова, теперь сделаем нашему Фредди туловище. Возьмем коричневый пластилин и отрежем от него кусочек немножко побольше головы. Сделаем из него верхнюю часть туловища. Теперь отрежем кусочек поменьше и сделаем нижнюю часть. Для того, чтобы сделать руки и ноги, нужно скатать длинную колбаску из коричневого пластилина, а затем отрезать от нее кусочки нужного вам размера. Также нужно сделать мишки ступни и ладони. Из бежевого пластилина скатаем большой овальный блинчик и прилепим его к животу. Галстук-бабочку для мишки мы сделаем из 3 одинаковых шариков черного пластилина. Thank you.
Вот такая бабочка у нас получилась. Теперь начнем скреплять все части нашего мишки вместе. Скреплять их мы будем при помощи зубочисток. Голову мы прилепили, теперь будем делать руки и ноги. Сначала сделаем ноги. Аккуратно нанизываем части ног нашего мишки на зубочистку, между ними вставляем кусочки из черного пластилина. Ноги мы прикрепили, вот так вот получилось. Теперь таким же способом сделаем руки. Если вы хотите, чтобы руки мишки сгибались в локтях, то зубочистку нужно разделить на две части. Вот такой мишка у нас получился. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. А сейчас вы увидите и услышите песню мишки. Но если вы боитесь темноты, то лучше закройте глаза. Пойми, на этот раз бой не начнем сейчас. Прощения просим, если сильно напугали вас. Не так страшны, пока дневной свет не погас. Ты будешь счастлив, если выживешь полночный час. Пойми, на этот раз бой не начнем сейчас. Прощения просим, если сильно напугали вас. Не так страшны, пока дневной свет не погас. Ты будешь счастлив, если выживешь полночный час. Yes. Как дела? Все мы очень рады новичкам. Не видел раньше тебя, участник новый, мы рады вам. Если хочешь, тур начнем прямо там. В стране чудес, смотри скорей, совсем без дверей. Выхода нет, но кто хочет убежать? Рай фантастический, и мы не станем вам врать. Мы так рады, что пришел к нам новичок. На этот раз пожмем мы руку, ведь стал ты одним из нас.